Поехали! Хорошего нам путешествия, baby. A very nice trip to us. Yes. И вы вместе с нами. И без билетов, и даже билеты не надо на вас покупать. Представляете, как классно? Едем. Девочки и мальчики, ну что, Винсент и я, мы приехали в аэропорт, мест нет. Вот так вот поднимались, на каждом этаже искали место, нет места. Я не знаю, люди летают. Пришлось припарковаться на крыше, но зато рядом прям с этим, с лифтом, сразу спустимся и все. Так что приключение начинается. Feel love. Feel love. Feel love. Оказалось, что наш гейт абсолютно на другой стороне. Хотя написано было, что на этой стороне. Теперь они все поменяли. Идем на другую. Хорошо, что мы приехали очень рано. Как всегда. That was very amazing, right? We were right through. Вы не представляете. Два человека там, два человека здесь. Мы просто, как Винсент говорит, как ветер пролетели. Времени нам 1.5 часа до самолета. Приехали так рано. Мы очень любим приезжать рано. Но не настолько рано.
сидим, думаем, что and делать. They didn't even bother me with my hips this time. Он говорит, даже его не остановили, обычно останавливают с бедрами, у него же бедра заменены, суставы эти платиновые, или нет, не платиновые, а как они называются? Забыла, как называется материал. Ну, короче, его все время останавливают, а тут даже никто не остановил. So maybe we can go to breakfast. What do you want? I don't know. Пойдем позавтракаем, мы еще ничего не ели. В этом аэропорту, посмотрите, тишина, все ходят, ну вот просто можно сказать, блаженные все, честное слово. Такие все ходят, смотрят на потолок. То есть такое ощущение, что никто никуда не летит вообще. Винсент пошел посмотреть, что там делают за массаж, экспресс-спа. Но я ему сказала, что цены, наверное, тут нереальные. Он говорит, пойду сделаю массаж. Так, сейчас посмотрим на цены. $110 стоит массаж. До свидания, милые, добрые люди. Итак, мы у нашего гейта, там, где мы сейчас будем садиться на самолет. Я смотрю в окошко, и мне хочется петь песню Пугачевой. Помните, у нее была песня такая классная, «Самолеты» называлась. Такая шикарная песня. И вот мне ее хочется петь. Самолеты улетают, тают, тают. В общем, вы поняли. Take me back to the place I know. The power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. I lose my self-restraint. I think we're done, then you add more paint. I calm down and watch it dry. For a brand new start, I know I got some trouble getting over you. I think that I've played my part. I need to get away somewhere far from you. I'ma buy plane ticket. Run away by myself for a minute. I don't have any limits. Ooh, ooh. I'm looking for a place where I can feel alive. I'm not afraid to die.
девочки и мальчики, мы с Винсентом в South Carolina, в Южной Каролине. Забыла, как называется аэропорт, как-то Ралей. What name of this airport? Ралей-Дюрам. Окей, Ралей-Дюрам какой-то. В общем, мы будем искать сейчас гейт. Нет, хотя уже, по-моему, нашли. No, it's not. Мы с Винюшей захотели покушать, так как у нас до следующего самолета почти 3 часа. Мы пришли в ресторан, называется Whiskey River. Ну вот знаете, такой интересный ресторан на самом деле. Посмотрите, посмотрите на стену этого ресторана. Посмотрите. Здесь все в пряжках. Боже, каких-то только пряжек нет. Вся стена. Так, вот у меня Винсент сел, сейчас мы будем что-то кушать. А здесь, видите, музыка играет, видимо, по вечерам. Вообще такой ресторан интересный. Тут бочки какие-то нарисованы. Посмотрите. Whiskey River, видимо, очень старинный. Видимо, очень старинный ресторан. Смотрите, какие стулья. Мех, коровий мех везде. На этих стульях. Ну такой, знаете, ковбойский. Посмотрите, что у нас у Винсента. Винсент, вот и ждать. Buffalo chicken. А, buffalo chicken, french fry. А у меня пюре и курица. Сегодня у меня диеты нет. Мы едим то, что можем. Оставила сидеть, говорю: Винсент, пойду я погуляю, потому что он только что у меня гулял ходил, а я еще нет. Говорю: пойду погуляю, поснимаю видео, что в этом аэропорту мы увидим. Винсент говорит: смотреть нечего. Я говорю: ну погулять все равно хочется, потому что сидеть надоело. Он погулял, пришел, теперь я пошла. Все, посмотрим сейчас, я не знаю, что здесь есть. Видите, даже лень идти. Еду на машинке. Все стоят перед полетом, ждут. Посмотрите, все-таки какие красивые пилоты. Неважно, в Америке, в России, где угодно, но пилоты, они всегда в очень красивых формах. И смотрятся они так, знаете, сексуально. Ой, девочки и мальчики, что здесь продается? Одежда. Смотрим. Слушайте, так здорово, не надо идти. Едешь, и ничего не шатается и не качается. Меня обходят люди. Вот тоже какая-то Corsa Collection. Даже не знаю, что это за фирма Corsa. Не представляю. Так. Ну, давайте я сейчас здесь остановлюсь и посмотрим, что это за Corsa. Короче, Corsa это оказалось не бренд, а просто магазин называется так. Вообще у них очень много всяких, она сказала, фирм. Вот такие сумочки, кошельки. Ничего интересного в том магазине не оказалось, даже для того, чтобы вам показать. Идем дальше. Смотрим. Пятый Sunset. О, очки. Давайте, мы любим мерить очки. Посмотрите на мне очки Gucci. Огромные, как у тортилы. Тоже Gucci. Как вам очки Gucci? Смотрите, с таким флажком сразу видно Gucci. Не идут. Посмотрите на мне очки Prada. Интересные, правда, киски? Киски. Тоже Prada.
Ну, а это Прада всем Прадам. Прада, смотрите. Супер, правда? Симпатично. Все, поехала обратно. Ничего интересного нет. На самом деле Винсент был прав. Едем, едем, едем. Ждем самолета до Вашингтона. В прошлый раз я летала к Артему без пересадки, но в этот раз разница в билетах была почти на $200 на каждого, если без пересадки. Поэтому мы полетели с пересадкой, сохранив почти $400. Ну вот так. Ну вот. Подходим туда, где живет Винсент. Фу, живет. Где он сидит. Вон, видите, винюшонок мой сидит. В синей кофточке. Скучает малыш. Ой, вроде здесь не будет так много народу. Прошлый самолет был просто забит битком. Здесь вроде посвободнее. Сейчас посмотрим. Винсент идет сзади. Я бегу бегом. Самолет. Так. Так, 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 так. Тетеньки стоят. Вот Винсент идет, он оставил чемодан. Сказали нам чемодан оставить, потому что у нас чемодан слишком большой. А места там нет, и поэтому мы оставили его на борту. Не на борту, а там. Сейчас его занесут потом. Окей. Come on. Come on. Come in. Так. Hello. You started a fire somewhere deep in my mind. See the barbed wire, the place is grown all wide. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us. 35 минут, и мы в Вашингтоне. 35 минут, right? Located above you. You tired, baby? No, alright. Just sit around, nothing's gonna start. Летим. The place is grown all wide, 'cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Мы сейчас летим, и такое ощущение, что мотор раз и остановился. Я говорю, Винсент, мотор остановился. А Винсент говорит, светофор просто был, поэтому остановился. Awaken my spirit now. You got me thinking, whoa. I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight.
Мы сдали багаж, поэтому я вышла первая, а Винсент ждет багаж. Я жду, когда он выйдет. И вот выходит Винсент с багажом, и мы отправляемся в путь. И как только вы выходите из самолета, вас встречает вот такая шикарная картина. Очень красивая картина Вашингтона, Д.С. Окей. Выходим. Мы приехали в 3 часа, а Артем у меня работает до 5. Я сейчас позвоню ему, что мы должны вообще делать. Мы не знаем. То ли нам самим ехать, то ли его ждать. Решили не ждать Артема и сами отправились на метро. Пока он работает, мы будем добираться. О, боже мой, какой! Ой! Вы представляете, у нас сейчас идет такой здесь дождь, шторм. Ну, посмотрите, что делается. Боже мой! Holy crap! Еще хорошо, что прилетели до того, как все это началось. Вы посмотрите. Да, конечно. Попали мы в дождичек. Здесь у них у них, знаете, как здесь? Желтая линия, красная линия, синяя линия. Вот нам на... We are in a yellow right now. Yeah. Одна и та же, видите, одни и те же рельсы. Но по ним ходит и голубая, и желтая линия. Вот. Почти что Москва. Oh my God, Vincent. We don't have no jackets. Мы даже куртки с собой не взяли. Думали, здесь так тепло. Надеемся, что будет тепло. Но сейчас нас, конечно, ничего тут не радует. Короче, вот мы сейчас на желтой линии. Нам надо и доехать до... Infant Plaza, и потом перейти на зеленую. И все. Вот так вот мы со Винсентом. Хорошо. Baby, you worried? Вы посмотрите, все в воде. Все в воде. После этого шторма абсолютно все полы в воде. Итак, это наша остановка. Видите, Navy. Yard Ball Park. Вот сюда мы приехали. Сейчас мы будем выходить. Так. Детишки, безобразие, как и везде. Смеются громко, хулиганят, толкаются. Bye-bye. Ranch Avenue. Come on. Okay, ugly. Hey, shit. I don't have the custom, but I can. Are you recording? Продолжаем путь по катакомбе. I think we have to come here. No? Exit is right there? Yeah. Or no? Or there? About the way I live, but it's a 24 karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24 inches heels. I'm not pretending, I'm born like this. Короче, мы проскочили торнадо. Сейчас сказали, что везде отключат метро на целый час. Мы проскочили. Ура! Мы там, где мы должны быть. Вот так вот выглядят карточки. Мы купили карточку. Вот каждый, Винсент и я, мы оба купили по $14 карточка. Вот так.
знаю, надеюсь, что дождя больше нет. Кто его знает? Мой винюшончик, мой пастушончик. Yeah, we passed storm, tornado. Ну что, вот он, Нью-Йорк, хотел сказать. Вашингтон. Конечно, не даунтаун, но все равно. Давно мы таких зданий не видели. Мы же из деревни. Короче говоря, Артем мне сейчас напечатал. Говорит, мама, стойте, ждите. Я иду. То есть он где-то здесь работает поблизости, да? Ой. И вот, короче говоря, или он здесь поблизости. Ну, в общем, сказал, идет. Пешком. 5 минут. Так, чего написал? Так, сейчас. Что-то пишет. Все. Здание напротив наше. Иди в Starbucks. Do you see Starbucks? He said, go to Starbucks. See something over there, but it's not Starbucks. Идем в Starbucks. Идем с вами пешком по Вашингтону. Винсент идет сзади. Так. Сейчас я увижу своего сыночка. Смотрим все вместе, где у нас тут Starbucks. Так. Ну, вообще, вы знаете, из деревни-то, если такого приезжаешь, в такой город, приятно на самом деле. Смотрите, какие высотки, и там балкончики, как прям в России. Так, где у нас? Как бы еще это все найти? He said goes to Starbucks, probably there. Let's go across the street. Over here. Right, let's go across the street as well. Where? Ah, I see. А вот Артем, кстати, мой идет. This is Артем right here. I think it's him. No? No. Господи, я даже сына своего не узнала. Говорю, думаю, это он. Вообще уже. Представляете? Да мы уже смотрим на Starbucks, Артем. А, вот я вижу тебя, вижу тебя. Мы через дорогу переходим. Ой, смотрите, какой у меня Артем-то красивый. Ну как же его не снять-то? Ой, да посмотрите, какой он у меня, как начальник. Да миленький мой, не поцелую тебя. Well, we all wear blue. Yeah, we all in blue. All three of us. Ой, Артем, как ты красиво выглядишь у нас, вообще как начальник. Вы посмотрите, мы все втроем в голубом. Вот такие мы красивые. А ты уже отработал? А, да? Вот видите, а где у тебя машина? У дома. А, то есть мы на это поедем. У Артема машина у дома, мы поедем сейчас на это, на метро. Yeah, I don't drive in the city. Да, ехать в городе очень много пробок. Он использует метро. Видите, парковка говорит $20 в день. Нафига это надо кому? Ну все. Вы посмотрите, в какой мы в красоте идем.
Мы сейчас, Артем нас ведет покушать куда-то там, говорит, очень красивые здесь рестораны, есть прям на воде. Вот, и мы идем. Винсент с Артемом, они болтают все время, знаете, их не остановить. И вот Department of Transportation. Идем. Так классно. Слушайте, на самом деле здесь очень приятно. Слушай, здесь такая красивая эрия вообще, да? Да. Вообще здорово. Такое все зеленое. Смотрите, в какое мы место пришли. Вот здесь можно сидеть, ресторанчик на улице. Здесь катера. So, там вот ресторан. Винсент считалочку делает. Let's go, I like there. You like there? Okay. Покажу вам немножко. Здесь вот кафе под навесом такое. Здесь, смотрите, какой мостик симпатичный. И вот, вот такие вот ресторанчики. Здесь прям как скелет какой-то динозавра. Мост. Смотрите, как клево. Здесь тоже все, ну здесь так как прошел дождь, конечно, никто сейчас уже не сидит. Но вот просто хочу вам показать, как здесь симпатично. So where are we gonna sit? Смотрите, прошел ураган, вот все валяется, все стулья, все. Но это, конечно, небольшой ураган, всего лишь стулья валяются, но все равно. Мы в ресторане, который называется Morini. Посмотрите, такой симпатичный ресторан, итальянский. Там готовят, вот там видите, какой симпатичный бармен. Мальчишки мои уже сели. Вот у Винсента взяла шефство. Жалко мне, так я устала. Тащит бедненький. Говорю, дай мне, Винсент тоже будет тащить. Оно на колесах легкое так.
Ну что, вот мы приехали на станцию, где живет Артем. Станция Shady Grove. Идем в машину. Сейчас переоденемся и пойдем гулять. Пойдем куда-нибудь. Ой, сейчас поедем на красотульке, на Артеминой. Ой, Илюша. Я. Вот что значит BMW, видите? У нас Артем заказал новый ключ. $400 ключ стоит на BMW. Try to get up.